Это на плитке, на площади, не руками. Рисовал. Такие рисунки только еще на стене есть. Я просто... Я хотел, чтобы вы посмотрели, как я рисую, когда не будет дождя. Если вы... Что, я просто не буду, вы меня больше не увидите, я не навязчивый, не маньяк. Я заявку отправил. Хорошо. Ну ладно, тогда я пошел. Скорее всего, не хрена. Здесь действует такое, что они в итоге ни хрена не станут смотреть, ничего, не рисоваться. Ничего интересного не будет. Так всегда бывает. Наверное, что-то я неправильно делаю. Я поставил здесь коробку специально, чтобы потом забрать для готовых рисунков. Я сейчас скажу этим, которые курят. Что они купаются? Если докопаюсь, скажу, что это я оставил коробку. Коробку, короче, его взял. Будем складывать туда. Думаю, подойдет. Идеальная. Они никогда не изменяются. Это инсталляции. Ну, короче, они не станут со мной иметь дел. Так всегда происходит. Ну ладно. Я просто какой-то прокаженный, на меня проклятие, проказа передалась, энергетическая проказа, а может это город прокаженный, раз сюда свозят. И ключевое доказательство, что это город прокаженный, у меня в том, что сюда свозят ядерные отходы, так что хрен знает, кто из нас еще прокаженный.